Томский каток на Мавлюкеевском озере, признанный в прошлом году самым большим в Сибири на естественном водоеме, хотят сделать еще больше. Правда, пока не решили, насколько. Зимой 2015 года он занимал площадь около 6000 квадратных метров. К новому сезону Томский государственный университет закупил более 300 пар коньков, оборудовал теплые раздевалки. Также запланировано строительство горки на склоне берега для самых отважных. И возможности обслуживания всех желающих в большой столовой на первом этаже жилого комплекса «Парус». Ну а в дни, когда на льду будет массовое скопление народа, в ТГУ готовы организовать мобильный пункт питания с горячим чаем и сладостями. Открытие катка намечено на конец ноября, ведь по нормам, чтобы проводить массовые мероприятия на водоемах, толщина льда должна быть не меньше 25 сантиметров.